오 코스퍼지 오 코스퍼지 여러분 감사합니다. 한 번 더 이렇게 러시아 TV에 나오게 됐습니다. 루스키아 일본 채널에 나오게 됐습니다. 정말 여러분들 덕분에 이렇게 나올 수 있었던 것 같아서 너무너무 감사드립니다. 제가 요즘 이게 다리가 지금 이렇게 돼가지고 지금 좀 힘들어요. 어디 뭐 이렇게 막 다닐 수가 없어서 조금 기분도 조금 가라앉아 있고 그런데 이렇게 좋은 소식을 많은 분들께서도 알려주셨습니다. 정말 감사드리고 올해 2020년에도 더 좋은 일들 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 정말 감사합니다 여러분. 스파시바 오친 스파시바. 저도 알아요. 아 스파시바 발쇼이 스파시바 드마야 바닐라. Так чем еще удивили корейцы нашего корреспондента? Смотрите прямо сейчас. Акцентом доводя текст почти до неузнаваемости, а аккорды и струн он выбивает точно по оригиналу. Слова Виктора Цоя здесь словно вырваны из контекста сверкающего огнями Сеула. Сердца южных корейцев сегодня вряд ли уже требуют перемен. Сонг Вон Соп, вероятно, единственный представитель музыкальной Кореи, в чьем фан-клубе больше русских, чем корейских имен. Едва ли кто-то еще отсюда отправляется гастролировать по России с песнями, что стадионы собирали в 80-х. Песни Виктора Цоя – уникальные слова, удивительные. Но если бы я слышал только звук без видео, я бы никогда не поверил, что он кореец. Таким голосом у нас не поют. Корейцы живут очень быстро. Родители, которые пережили тяжелые годы, говорили нам, чтобы жить хорошо, нужно усердно работать и все делать быстро. Выигрывать конкуренцию – это теперь у нас в крови. Мы все делаем быстро и едим тоже.